Так, все, ребят, задержка поставлена, мне нужно перезвонить. Сейчас я перезвоню и к вам вернусь. Так, ну все, ребятки, я здесь. Извиняюсь, надо было перезвонить быстренько. Все, задержка выставлена, сейчас все переименовывать буду, в общем. Нас так, сетки все в описании каналов есть, там все, все, что необходимо вам есть. Подзашел уже на канал, соответственно. Задержка будет 2 минуты, как и положено, соответственно, всем. Вот, не 90 секунд. У нас по правилам так, потом правила перепишем. Я уж не стал против правил идти, короче. Вот. Так, что случилось там, я не понял, если честно. Ну, что-то случилось вообще. Так, первая пара у нас, так понимаю, каст Димага. В общем, ребят, такс.
Привет, Вованыч. Так, премики подвезут обязательно. Вот. Короче, ребят, радостная новость вам я могу сообщить, очень радостную. Сегодня пришел Кирилл Русбрейн, вот. И, соответственно, мы собрали 80 тысяч, лан точно будет в Москве. Сервер активировал премиум на ваш вот, канал. Лан точно будет в Москве. И сейчас какое условие, как я и говорил, теперь 50 на 50, половина, соответственно, так. Теперь 50 на 50, все, что вы поддерживать будете именно донатом мой канал или на карту, я буду туда, короче, впиливать. 50% мне пойдет и 50% призовой до 14 апреля. Очень важная тема. Почему 50 на 50? Потому что мне надо что-то кушать, как бы, и семье моей, вот, поэтому 50 на 50. Почему это очень важно? Потому что пока что призовой составляет с учетом всех организационных моментов 30 тысяч ре. Этого маловато, чтобы как бы игроки приезжали. Вот я пока поставил цель 60 тысяч. С 30 до 60 поднять это нужно, ну, 60, чтобы суммарно, короче, задонили. Вот. Если так будет, то уже как бы будет мотив, хоть мотивация хоть какая-то приехать игрокам там из других регионов, может, украинцам, там, я не знаю. Вот. То есть, собственно, дела такие, ребятки. Дела такие. Вот. Премчики будут вам кидаться, будете поддерживать обязательно в связи с тем, что уже собрано. Вот небольшую акцию провожу, короче. Держите. Вованыч 007 активировал премиум на ваш канал. Квакер 3D активировал премиум на ваш канал. Чё-то вяленько. Эларк активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, один премиум-то живой еще. Активируйте скорее. Кас против Димаги матч начинается. Алынигайн активировал премиум на ваш канал. Короче, все, ребят, ладно, с премами разобрались, киберлесник, тебе и так респект, короче. В общем, ты и так там на год, по-моему, активировал, или насколько там вообще дичь. Вот, премиумов вообще я там уже несколько сотен раздал за последние дни. Ну, всем спасибо, короче, что турик поддержали. Ребят, поехали, надеюсь, сегодня тоже эти цифры не остановятся, хотя бы рубас мы соберем, как бы, на первый турик, потому что уже выше на 700 рублей призовой стал. Вот, такие дела. Кас против Димаги. Первый матч, ребятки. Карта Затон. Соответственно, у нас... Так, а у нас будет 3 же. Конечно, будет 3, я думаю. Так, в группах же будет 3, я так понял, да? Кстати, можете и Starline тоже поддерживать. Вот. Starline тоже можете турнир поддерживать, если уж... вам нравится этот турнир. Спасибо громадну Изерду за то, что его организовал. Побольше турниров и онлайн, и лан хотелось бы, но
Честно говоря, у меня вот этот лан весь в голове, короче. Вот. Так. Короче, вы все поняли. И про лан там, и про все дела. В общем, да. В общем, газ, барак, рипер, ЦЦ-шечка, фактурка у Гаса в старпорт. Здесь у нас рипер, соответственно, имеется. Рипер пролетает тут рядом со второй базой. Пытается как Димагу понапрягать. Ну, Димага так, как бы, собачками убегает. Вроде все четко. Так, а королева-то... Ну, Дима, ну что ж ты делаешь? Что за реакция такая? Королева сзади стоит и все равно рипера упустил. Ну, нельзя так делать. Вот, скоро сейчас будет готов. Третью пока Димаг не спешит ставить. Вот сейчас третью поставил только-только. Ну что ж, это правильное решение. Собак 6 есть, день, они все здесь стоят, контролят против рипера. Виден овер, кстати, Дима как-то нагловато его, мягко говоря, держит. Сейчас вылетит викинг, овера собьет, и видно больше не будет. Смотрите, что за билд, чудо-билд. Это ж ведь билд, недавно ставший популярным, я бы сказал, это билд, ведь как Мару, как Гумич недавно играл. Вот, кстати, сегодня, по-моему, или вчера, а нет, вчера как-то Гумич играл в такой билд, и очень прикольно зашло против... Кого там, я не помню, против Солара. Да, против Солара, это финал Гумич Солар. Так, вылетает викинг, ковера начинает бомбить Кас. Димаг пока не знает, что здесь происходит. Ну вот по этому билду надо бы делать бы грейд на усиленно несущие винты. Я вот не знаю, там нужен фьюжн кор или какие-то здания, чтобы этот грейд делать. Честно говоря, так слабо помню, короче. Треть ЦЦХа пошла. То есть это мех через два старпорта банши билта. И ну, посмотрим, как зайдет. Надо еще баншу заказывать. Где газ? Газ. Кас, где газ? Вот он пошел, короче, грейд на лопасти, несущие, короче, усиленные лопасти эти. Газа что-то мешает, не хватает. Тут сейчас только 3, 4 он добавляет здесь на второй базе. Ну, скоро хватит, в общем-то. У Димаги подъезжают спорки по всем базам. Здесь на патруле Линги Роучи. Третью хат начинает тоже раскачивать с хорошими темпами. 8 дронов строится вообще. Вот. Пока все в порядке, в общем-то. Так, ну вот когда лопасти доделаю... А, и лопасти инвиз. Так, инвиз гораздо быстрее лопасти делается. Лопасти аж 121 секунду, как стимпак. Делается чисто важный такой грейд, чтобы таймингов не было каких-то халявных с баншами. Так, гелики стоят. Каск Силнагу, ты можешь за контроля? Да, за контроль Силнагу убил... убил этого лягушоночка Линга. Плюс 2 факторки. Почему 2 банши, 4 банши больше не строятся? Поэтому билду 6 их должно быть, блин. Так, инвиз с этим грейдом. Тоже еще не поехал. Давайте сейчас просто полетим. Отдадим банши до готовности грейда вообще все. И будет печаль полная, блин, тогда. Хорошо, королев Кас тут прессует. Ай, демажная банша подставляется, дамажит. Йо-о-о! Трансфьюзит зашел. Королев что-то понабежал, а вот тебе и банши. Ни хрена не убил в итоге Кас. Вот первый вылет. Гумихо Солара убил первым вылетом. Очень важно, понимаете, очень важно по таким билдам именно вот первое появление этих юнитов максимальный урон нанести. Айкстон максимальный урон нанесешь, если ты спалился на криптуморе, и если ты прилетел до инвиза и до скорости баншам вообще. Да никак ты дэмэджа не нанесешь здесь. Ай, Мишаня тут наглее 2 банши отдал.
Но дрон сбрил еще раз. Ну и третий цеха добывается. В целом, как бы, вроде отдался, как бы, да, в начале. Но более-менее ситуация нормальная, потому что экономика хорошая, грейды делаются, вроде все работает пока что. Банши 4 штуки, плюс 2 еще летят. Надо просканить, крип там поубивать. Не знаю, что-нибудь поделать-то вообще надо. Сбривает ка скриптумер, какой неудачный скан прошел. Все, 3 криптумера. И здесь, смотрите, 3 идеально по границам скана были сейчас. Ой-ой-ой-ой, опасно, спорки. Летает кас, здесь от всего уклоняется вроде как. Ну так, продолжается харас, в общем-то, рабочие падают дополнительные. Наверное, газ, наверное, убьет еще Мишаня здесь. Так, шуточки 2014 года подъехали, что ли, какого там, 15-го. Про украинских игроков. Фу. Слушайте, кассу за что-то Димагу по лимиту опередил жестко. 13 рабочих сбрил, кстати, здесь еще где-то хорош, что ли, был. Не, вроде нет было нигде. У Димаги 2-2, Димага еще с порками отнес, все. А на четвертую хороший заказ дронов сделать. Я больше прям сразу она начала добываться. Надо что-то 15 сейчас рабочих подстроить просто. Как по мне. И тем более пятая. Что переводить? Сюда переводить просто нечего. Димага не заказывает пока ничего вообще. И supply блока главное. Нет, почему Димага это не заказывает-то ни рабочих-то вообще? С такой экономикой не побьешься здесь. Так, танки, банши, гелики. Слушай, такой опасный микс. Чисто против земли, правда, против воздушного вообще ничего нет, получается, здесь у Карса. Так, наконец, Димага хоть сколько-то рабочих добавил. Нафига он строит на 140 боевой тут? Закажи ты дронов, блин. Вот Кас пошел вперед. Тут надо было уже давно до заказ дронов сделать. Они б себя окупили. Было бы там 80 рабочих, как бы, и уже боевой бы лимит бы строил. Кстати, гелик и банши, интересный микс. Гидру вообще в хлам зашатают. Синим пламенем гелики снизу, а сверху банши еще напрягают вообще. Так, с королевами Димак вперед пошел. Королевы просто отлетают вообще в хлам здесь все. Очень больно Димаге становится. Газ уже на 6 часах. Хата начинает падать. Гидро роучи абсолютно недостаточно. Вайперы без энергии. Только сейчас они энергию пополнили. И то по одной зеленке, по две не будет вообще. Так, ну вот зеленка в танке. Но здесь-то танки без зеленки. Их достаточно абсолютно оказалось. Гидра тоже упала. 172-128. Это 1-0 касс, слушайте. Ну, прямо как старый добрый касс. Макро-монстр какой-то здесь. Вроде как и не очень удачно баншами начал, но не было задач у него просто полностью убивать. Как бы экономика в итоге хорошая. Димага как-то не успел отмасить экономику свою. Рабочих там не отстроить не успел. И вот в итоге затерпел. Пытается Димага еще выдержать, но тут ничего не выдерживает. Потери просто, смотрите, там 11к на 7к, конечно, не двукратный перевес, но тем не менее жестко откуда сзади дрон. Откуда они вообще приехали? Я даже не понял, если честно. ГГ пишет. Димага, ребятки, 1-0 касс. Вот такое вот у нас начало.
Так, заходим. Ну что, ребят, рекламку пильну. Помните про адлоки, подписывайтесь на прем и поддержите меня, мой канал. Вот, кто так делает, всем громадное спасибо. Я уже говорил, сегодня благодаря Русбрейну Кириллу мы основной фонд собрали. 80 тысяч рублей собрано, с чем вас поздравляю. Вот, и благодаря остальным, кто сегодня поддерживал. И до этого, конечно же, вот. Теперь осталось пополнить призовой фонд, чтобы мотивировать приехать игроков из других регионов в Москву, как бы. Надеюсь, что получится это сделать, как бы, и надеюсь, что вы поддержите, как бы, турнир. Всем спасибо. Как делать? Можете также Starline Турик поддерживать. Данные, что мы смотрим, тоже игрокам приятно будет. Так, ну что же, вторая игра началась, ребят. Димага против Каса, посмотрите. Кажется, Димос-то решил, что Кас обнаглел так шатать его мехом, и он решил с одной базы роучи реведжерами пушнуть, как бы, Каса. Два газ добывается, роуч ворон попер, это сверх ранний билд с роучи реведжерами. Ну, сейчас посмотрим, что из этого будет, скоро роуч ворон доделается. Очень важно, пойдет ли Кас в разведку, я вижу, что пока что он не собирается этого делать. Вообще не собирается он этого делать. Улучшение командного центра завершено. Так, ну все, роучи пошли. Точнее, это не роучи, это реведжеры сразу же. Почему? Потому что они быстрее двигаются. Правда, у Димаги какая-то странность в этом билде, честно говоря, присутствует. Я не понимаю, почему именно вот он так действует, как сейчас он действует. Почему он
Почему у него овер так поздно? И почему, знаете, там три реводжера полгода уже будут атаковать, а роучи только-только сейчас вперед вообще выдвинутся. Ё-моё, ЦЦ достроилась, это печально. Нужно фаерболить реактор на факте, что Димашечка и делает. Сейчас только один гелик у него выйдет. Слушайте, проблема у касса просто нереальная, я вам скажу. Я даже вам больше скажу, что это ГГНчик практически. Так, нужно аккуратно быть Димаге. Мариков забомбил реводжерами. Отошел чуть назад. Куда ты лезешь, Димос? Надо недамаженного подставлять. Куда Димага ушел далеко? Там сейчас циклон будет. Там странно, что Кас бункер не делает. Тут еще два реводжера уже идет. Вперед. Димага долго развивает атаку. Овера еще не было здесь, кстати. А, овер был потерян. Ну, кстати, что тут, в чем тут минус? Не пофаерболить, ни хрена не поделать. Так, циклон готов. Минус циклон. Похоже, 1-1 все-таки. Меня поражает Кас. Он видит, что его улынет самым ранней хренью. То есть достаточно отбиться и не ставит бункер. Почему бункер-то не поставил мишень? Я чуть не понял. На ХГ он ставишь два бункера, отсюда эвакуируешься, и пусть он там стреляет фаерболами с вами снизу. Банша заказана, кстати. Вот банша — это уже интересный расклад. Я поспешил сказать вам про 1-1. Банша-то здесь все отбить может. А если здесь отбиваешься, то там сразу же печаль вообще начинается. Там одна база же. О-о-о! Короче, ребят, Димага умудрился здесь еще все просрать. Экономика-то у касса хорошая. Ну долго, долго здесь с тремя реводжерами надо вообще отсюда не отходить было. Тут ГГ можно смело писать, здесь ничего не сделать. Здесь нет экономики, здесь нет технологии, ребят. Я что-то похоронил касса, а он просто взял, построил циклон и банши. Димага как-то долго атаковал, и все печально стало вообще. Оверы падают. Димага там пытается отступать. Так, еще тут овера прессует. Так, Димаг пока не сдается. Делает лейер. Пытается выйти в экономику нормальную. Здесь касса обнаруживает роуча и реводжера. Сейчас банши вернутся, разберут. Насчет женщины, как бы, кстати, Корисари там стримит с кем-то сегодня этот турик, тоже можете к ней на канал заходить. Вот так вот. У меня, правда, ссылки нет, я не буду вам скидывать, может кто-нибудь в чатик скинет. Так, опа, хорошо, дрончика спросы с Димага, молодец. Наверняка стримят ФП браток Димага там и все остальные, как бы, ну я не уверен в этом. Кас армор поджигает. Кас уже третий ЦЦшечка. Кас обнаглел просто в конец. Что называется. Три банши, три циклона. Здесь выход идет очень мощный прям. Ну, Мишаня очень мощно отыгрывает. Сейчас хата падет, тут уже сопротивление будет бесполезно фактически. Это очевидно.
ГГ Димага пишет, ребят, ну, после такого как-то так. Так, браток уже инвайтит, отлично. Да, вот скинули стримец Корисари, вот она сидит там. Так, секунду. Так, ну что, что-то как-то люди неактивно собираются на самом деле. Вот. Так, ладно, не буду жужжать вам про то, что собран фонд на турнир, лан-турниры, про то, что надо на призовой поддерживать, пополнять еще. Вот. Все написано на экране. 50% пойдет, ребятки, в фонд турнира нашего, соответственно. 50, естественно, мне, потому что весь месяц уже практически собираю только на турнир. Так, какой Warcraft, ё-моё, ударь себя по голове, как этот Протос. О чем ты вообще говоришь, ты с луны свалился, что ли? Короче, поехали, ребятки, браток против Бассета. Браток против Бассета. Газ, барак, рипер, ЦЦ-шечка, факторка, браток, бас от 17-ю хату, гаспул играет. Не знаю, кстати, кто... Только StarCraft, короче, только... Только нормальные игры, как бы. Ну, Warcraft я тоже нормальной игрой, на самом деле, считаю. Давно, потому что у меня... В свое время, когда я остался стариким, мои кореша Варик играли, короче. Вот. Кто шарит, кстати, сколько у Бассета ММР вообще, какого он уровня игрок, можете в чатик отписаться, потому что я вот лично тоже не знаю на данный момент, как бы, что самое интересное. Вот. Короче.
В Лигу Легенд вернуться? Да я подумаю, в Диабло второе может вернуться, но как бы я слишком стар для таких скилловых киберспортивных игр. Начинает харасить, браток, давай собачку уж забыл. Вот. Ну, Варик, хоть я не играл в своем городе, третье место даже на чемпике один раз занимал. Просто видел, как там играют друзья мои вот там. Контроля хватало. В общем, ребятки. Тут третья хата от Баста пошла. Доделывается скорость. У братка вторая ЦЦ-шечка начинает добываться. Третья пока нет. Ну и как я и говорил, гелики в старт... О, посмотрите, братюня завтыкал как. Вместо двух геликов одного закал. Теперь не 4, а 3. Но это вот всегда, конечно, очень плохо, когда так прогораешь заказом юнитов. То есть ослабляешь свой билд сам. Так, что там, Арчер, у тебя упало? Так, с третьей ЦЦХ пошла. Басет крип пока плодит. 37 дронов. Дрончик все добавляет. Кто-то кукует. Роуч Ворон попер. 6000 ММР у Басет. 6000 это неплохо, я скажу. 6000 это неплохо. Так, гелики циклона 2. От братка выход. Делается Рейвен. Что есть у Баста? Баста есть 9 лингов. Сейчас 4 беллинга еще будет дополнительно. И 6 роучей строится у него же. Браток сбривает криптумора. Один, блин, оставил. Посмотрите, ну что ты делаешь, братюня? Это же тот, который кдшится. Забривает овера. Ну не лезет туда, а ведь сейчас мог бы и подналезть там. Понапрягать, попробовать. Ну, для молодых игроков и делаем эти турниры, все ланы, и как бы стараемся, ребят, поэтому поддерживайте, поддерживайте мой канал, тем самым вы лан поддержите, который будет в Москве 14 апреля. Вот. Короче. Так. Чё, Юр, скайп, ты там мне ничего не пишешь. Ты сначала напиши, а потом говори, как бы, во время игры. Вот. Так, викингами братюня шатает оверов. Слушайте, ну браток все четко делает. Смотрите, он 25 юнитов убил. Просто жесть. 4 овера, 4 линга, 6 дронов. Все это безвозмездно произошло. Баст вообще ничего не убил. Братка 1-1. Уже строится тут много-много геликов, танчиков. Баст только 4-ю хат строит. Но вот зато у него инфестейшн. Ну хайф собирается построить вообще.
Так, ну что же, 2-2 у братюня. Здесь только-только первая атака. Что, почему такой грейд поздно, я не понимаю. Поставь ты эволюшн, сделай хотя бы две атаки, хайф будет, третью закажи. Вот много таких билдов, где зерги против тирана только атаку ранжевую делают и нормально работает. Ну не заказывать же атаку первую, когда у тирана уже 2-2 делается. 2-2 одновременно с первой атакой. Ну это ж уже перебор по грейдам вообще такой расклад. Браток вообще без туреток, я не знаю. Сканил он... А, он даже лейера не видел, здесь уже хайф, то есть он ну, вообще не... Ну, а если мутка прилетит несколько штук, тоже вообще просто непонятно как-то братюня действует. Очень не на... Ну, то есть как-то ненадежно играет, получается. Опа, сразу 4 здесь по периметру пошло на третий. Здесь по периметру туреточки пошли. Конфеты написал. А что ты написал? А, все хорошо. Так, я тебе результаты буду писать, только ты с двухминутной задержкой там их делай, потому что иначе по ликвипедии могут. Можно заспойлерить по ликвипедии. Так, у братка синее пламя, просто 2-2 уже почти готово, браток только синее пламя заказывает. Залетают тут эти 4 роуча на мейн бастовских братку. Браток тем временем пошел вперед, 2-2 грейдов не дождался, не нагло ли лезет Паша туда, не знаю. Здесь, кстати, погиб овер, ни одного роуча, по-моему, не дропнулось вообще. Пришел браток и растоптал. Ты что, сегодня день растоптанных зергов, что ли? Каз Димагу застебал браток просто железным кулаком. Мару все насмотрелись, разобрили. Это не от меня математика, балбес. Это математика отсюда, из Старкрафта. Ваня едет на лан, и Артур будет, скорее всего. Поэтому и надо поддерживать призовым фондом. Лан, пацаны, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Все будет очень круто. Я думаю, что будет весело. Блин, может быть, как бы кому-то понравится, может, какие-то спонсоры найдутся там, или потом в будущем какой-нибудь контакт там найдется. Не знаю, ребята. О, Русбрейнс Кап, сезон 6, по Варику, 90 тысяч. Блин, Кирилл на Варик что-то это... Что-то залил просто немерено. Спасибо, что нас хоть поддержал сегодня. Вот. Ну, Кириллу респект в любом случае. Ну что, вторая карта. Очень как-то оперативно у нас сегодня прям игры идут. Как будто у кого-то день рождения, и мы все туда спешим прям срочно пойти. Вот. Так, ну что же, браток 1-0. Поехали. Так, ну здесь Юра, наверное, должен был видеть. Рекламку пильну.
Вы знаете про все там отблоки и подержосы. Командный центр улучшен. Смерть на пороге. Псенси на днюха. Ну чё, пацаны, во Владивосток вылетаем. Я на поезде выезжаю, все, короче. Туда приеду, там, из Пскова через дней 10. Привет передам, сяду назад и на ЛАН Москву как раз успею, наверное. Но вы меня не узнаете уже, потому что я буду жёстенько выглядеть, наверное, после таких путешествий. Короче, игра номер 2, барак то, браток то же самое, играет Газбарак, Реперцечка, Факторка. Карта у нас получается Катализатор, называется вот это вот. Ну и мы смотрим все здесь, соответственно, от А до Я, что называется, всю игру. Здесь 17 хата Газпул, 3 по готовности королев, криптуморы уже пошли. Здесь факторка, геличи строятся, старпорт, все так же, как и было, как бы в предыдущей игре. Я уже об этом сказал, цеха морфится. А Рипер разведку дает и очень неплохую, видит браток все. Так, вот баста криптуморы вперед поперли. Так, вопросы тут как Димага с Касом сыграли. Пристройка готова. Сетку на Twitch отправляю я. Так. Здорово, Колян, не знаю, ты там еще или нет. YouTube вовсе рассмотрю тебя еще со времен СК-23, ты красава. Так, спасибо тебе, ребят, на YouTube, просто чатик мне отдельно надо проверять, короче, поэтому я там не сразу ваши сообщения вижу, так что всем здрасте. В общем, ребят, это наш турнир Starline, его, кстати, тоже вы можете поддержать призовым. Вот, он на главной Good Game висит, соответственно, и... А, нет, он не висит. А почему он не висит? Почему он пропал? Короче, ребят, Юр, там ты иногда спам тогда, может быть, или кто-нибудь Starline вообще. Здорово, Миш. Да, пришел Кирилл, он очень нам сильно помог со сроками. Теперь осталось собрать дополнительного призового фонда, чтобы мотивировать игроков. Но лан уже точно будет, потому что уже 80 тысяч собрано, как бы. Уже даже выше, чем 80 уже, вот. Плюс 700. Теперь, как бы, 50 на 50 я... Все, что на мой канал поступает, как бы, 50% призовое. Так. Здесь у нас третий цех, армори, гелики есть, шатают. Такие же два циклона вообще. Крестуморы. Братюня залетает, начинает бейнов убивать, кстати. А ведь лейера-то еще нету баса-то. Сплит прекрасный. Бейнов надо фокусить, Паша. Я вообще он бейнов не фокусил. Сейчас начался фокус бейнов. 2 банши плюс.
Да это реально билд Мару, ребятки. Я отвечаю, это чисто Мару. Билд куда? Но это билд Мару, но это контроль не Мару, ребят. Банши улетают в Vision Spork'и, королевы их сразу забревают. Короче, браток не проигрывает, конечно, из-за этих действий пока игру, но на самом деле отдано просто все преимущество наглухо вообще. Оп, зато кусты Гелион поджег. Собака отбился, 5 юнитов. Уничтожить здесь еще геличи. Поехали, плюс 2 факторки, старпорт с реактором. Наверное, под факту может быть даже реактор делать, не знаю. Или под сам старпорт. Посмотрим. И третья ЦЦХ полетела. А здесь прямо на вторую базу, прям в наглую гелики въезжают от братка. Басат вообще не на позицию, у него 8 собак. Что браток делает, чуть не понимаю. Так, 2 хелика в рампе сейчас затрансформились против собак. Надо было их рядом друг с другом поставить. Браток не поставил их рядом друг с другом. Дроном эвакуируется. Что браток делает вообще? Почему он не жгет? Почему он не контролит? Где он вообще контролит? Нет других юнитов. Странно вообще. Можно было просто тонну дэмэджа здесь нанести. Ну, кстати, у Паши еще в первом старике была такая тема. Я ему о ней говорил. То есть он как бы идет в атаку, через оклик все послал и давай дома дозаказывать. Блин, расконтроль ты бой. Дозаказ важен, конечно, в первом старике был очень сильно, но фиг знает. Как будто такое ощущение, что он на эти юниты забил и уже дома что-то делать начал вообще. Так, ну 7-93-3. Так, собаки на третью забегают. У братка рядом гелионы стоят, недалеко они стоят. Но стенка не помешала. Хорошие залпы. Более половины собак просто не уходит. Конечно, не еле собрали, но досрочно собрали даже мы основной фонд. Но хотелось бы поболее. Хотелось бы поболее. Призовой нам сделать побольше. Но много кто что там обещал. Так что посмотрим. Продолжает браток жечь синее пламя. Здесь гидра, линга, беллинги у Баса. Что-то как-то у Баса-то не получается против Паши сыграть нормально. А Паша прям уверенно идет прессовать. Смотрите как. Зеленка, конечно, есть, но тут один гидролиск, извините, он все не может убить, блин. ГГ Басат пишет что-то изи прям для братка. Ну и, соответственно, 2 зеркалки мы получаем. ЗВЗ, Димага, Басат в лузерах и Венерах Кас против братка. Контроль, это рабочий 30-60. Ты в прошлом завис, у тебя мозг не развивается. И не удай, братан. Х
Хэппи уже вообще в StarCraft не играет. Да и потом и рабочих он строить уже научился. В первое время, конечно, да, у него была эта проблема. Потом он как бы ее пережил, но не пережил он то, что результата не показывал, что-то расстроился и забил, короче. Так, погнали. Прям как сегодня все как оперативно. Нету какой-то ватокатства, блин, такого. Молодцы. Ну что, игра начинается, ребят. Уже третий матч, как-то прям все быстро проходит. Так мы и за 2 часа справимся просто с группой. А я думал, 3 часа все это дело пойдет. Вот. Это ЗВЗ Димага Бассет. Первая карта Blackpink называется, ребят. Поддерживайте турик, что неужели за весь Starline никто ничего не поддержит? Блин, днем просто свалилась какая-то мана небесная. Я думал, вечером люди будут активны, что-то как-то ни хрена. Ну да ладно, жаловаться не приходится. Анды.врн поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Если не перевести Россию на иную технику, более высокую, чем прежде, не может быть речи о восстановлении народного хозяйства и коммунизме. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно. С. Владимир Ильич Ленин. Да, уже тогда шарил в этом. Красавчик. Спасибо, Энди, ребятки. Спасибо. Вот только я сказал, вы даже еще не слышали, потому что я сказал. И тут от Энди прилетает просто царский, короче, респект таким пацанам, как Энди ВРН. Ща я добавлю уже.
Так, Беллинг на 100 демаги пошел. Короче, 17 хату Газпул оба играли. Демага зелененький на часе, на 7 часах синий бассет. Демага, кажется, собрался тут убежать и немножечко под Беллинг баснуть. Или это просто сгрызалити какое-то? Это похоже на какое-то сгрызалити, напрягалити, я не знаю, что это такое. Так, дома Бэйна у Димаги третью хату ставит, и Баса третью ставит, тайминги практически одинаковые. Пока вообще все очень близко, но у Баса что-то больше рабочих, чем у Димаги. Димага собрался подкрыть, по-моему. Так, оп, Зазорг Старлайн увеличивает. Респект таким пацанам, как Зазорг. Можешь поддерживать и мой канал, чтобы на лан призову увеличить. Кстати, приходи на лан, если из Москвы, конечно. И если не из Москвы, тоже. А куда-то закрепить на канал на лан ссылку, Илюх, ты, если тут сидишь, то спам иногда ссылочку на группу ВКонтакте лановскую, соответственно. Ну что, Бас что-то Димагу запрессовал, посмотрите ситуацию. У Димаги все хуже намного, чем у Баса на 8 лимита вообще. Так, королева Димаги куда-то пошли, наотдавались. Я не понимаю, как Димага умудряется такие вещи-то делать. У Димаги рабочих на 15 меньше, собак меньше просто. При этом всем он, конечно, пытается тут забегание бейнами делать, но... Так, 7 дронов взорвал все-таки в итоге. Но по экономике просел просто Димос нереально, как бы... И при этом всем боя-то особо не было. Потери по 950, по 800, то есть... Именно Димага просел по макро, Бассет как четко отыгрывает, и у него все круто, реально. Такс. Ну тут Димага как бы отмасился, вроде даже боевого намасил лимита сколько-то. И даже у Димаги есть слеер. Ну все равно отстает по всем параметрам. 8 дронов минус и 4 у Баста раньше. Лимита боевого, ну и лимита боевого столько же. Димага, кстати, саплай блок словил, он 6 евро заказа. Так, ну пока Димага, короче, в роли обороняющегося, его вообще со всех сторон Бассет зажал. Пробивает камни, это чтобы быстрее на третью базу подходили юниты. Там можно было и эти пробить, наверное, изначально. Можно еще он овера одного принять, попробовать. Так, видит Бассет оверов, даже двух. Давайте своего еще подрежу, блин.
Еще один овер минус очередной. Забегание на четвертую. Но здесь нет, в принципе, как бы никаких рабочих. Ничего там нет на четвертый. Что-то бас туда-сюда бегает. Плюс 2 закал. Не знаю, что он хочет, как бы на плюс 1 напасть или плюс 2 он хочет сдать. Я что-то пока не понимаю. Димаги вообще, кстати, реводжеров нет. Ни одного. Вот это очень плохо. Когда против роучи реводжеров дерутся голые роучи, уже тысячу раз я объяснял, почему. Потому что либо вот такой дэмэдж будет залетать, либо придется менять позицию. А когда позицию роучи меняют, они не атакуют. Теряется дэмэдж, как бы. Даже если фаерболы не попадают. А реводжеры ведь, а у них еще и 6 ренжа, они за спин роучи накидывают очень хорошо, ничего не толпится. Зазорг поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает. Опа, спасибо, ну и помечу, ясно. Так, насчет 20 компов Unix мы говорили уже, я так предполагал, что, но я не думаю, что просто призовой пока не гигантский, но призовой вот увеличивается, как бы вот уже вот он прям увеличивается, это все половину всех этого бабла будет призовой, который до 14 апреля соберем, я думаю, 60 тысяч изи наберем, короче, вот. Так, естественно, сетка будет сингл, естественно, сингл, потому что... компов и так в отцах, но если как бы, если сбор средств пойдет хорошими темпами, кстати, надо какую-то регу открыть онлайновскую, хотя бы примерно, мы будем примерно понимать, сколько людей, может быть, как бы тогда и подсоберем еще на еще компов тогда, вот. Димага идет в атаку, ребят, Баса что-то позицию на четвертой хате потерял. Но заходит сюда, фаерболы кидает, часть из них попадает, часть нет. Здесь какая-то дичь по оверам висит просто. Бассет принимает димагу и ресурсов у него больше. При этом всем димага развалился. Плюс 2 у димаги нет, ГГ, 1-0 Бассет. Что за херня вообще? Красавчик Бассет. Что-то Дима сегодня как-то так себя отыгрывает вообще. Как-то недавно на Помикапе или где там димаг второе место, помню, занял на наших туриках. А тут что-то как-то вот хз. Так, казусы? Да нет, с лузерами это вообще адски долго будет. Я думаю. Скорее всего. Ну вообще, как бы будем, может быть, на месте событий решения принимать, исходя из количества участников. Потому что и так, если всем одновременно будет не сесть за компы, а всем одновременно будет не сесть за компы, как бы это очень-очень долгое время будет. Проходить тогда. Так, погодите. В общем, будем что-то думать. Может быть, как бы еще на компы, о компах еще подумать, как бы, нужно. Не знаю я, не знаю. Вот. Так. Так, помогайте.
Ну что, погнали, ребята. Вторая игра Димага Баса. И посмотрите, Димага ставит 17-ю хату, Гаспул у него билд будет, а у Баса-то 14... Смотрите, у него 13-12, по-моему, был билд, то есть у него самый, один из самых ранних пулов, это Беллингбас, тут и отлететь можно вообще. То есть что-то сегодня прям сверхбыстро группа проходит, я не ожидал, как бы, что так будет вообще. Так, зазор, господи, так, сколько там получилось-то вообще? 468, 975, сейчас, ладно, потом посчитаю, добавлю все, а то игра идет, сейчас паузе. Ну, короче... Короче, уже почти 1,5к дополнительного призового собрали. Брюса? Не, Брюса можно позвать. Ну, как чертить он не будет. Я ему напишу, может быть, подъедет тоже туда. Вот. Димага 6319 ММР. Может, Димаге идти куда-то надо, или его там напрягает кто-то дома, я не знаю, что там происходит, но что-то да, Димага пока как-то так себе отыгрывает. Две королевы строятся, сейчас плетки будут. Все, здесь уже Бэйны вперед пошли, королев-то нет до сих пор. Очень опасная ситуация, ММР у Димаги получается больше, чем у Бассета. Так, взрывает Бассет плетку, раз, вторую сгрызает, что за херня? Здесь королеву окружает на второй базе. Королева бьется как может. А как она может биться против такого большого количества собак? Не очень хорошо она может биться против такого большого количества собак. Ну вот еще одна королева. Здесь, смотрите, собаки падают чуть. У Димаги скоро скорость будет. Почему заново плеточку-то не заказал? Сгрыз Бэйнов. Слушайте, отбился Димос? Отбился? Не без проблем, но отбился. Беллингнеста нет, правда. И как тебе действовать вообще? Надо королев новых добавлять, и маги у него две строятся, и с двумя этими королевами, я думаю, стабилизируется ситуация. Так, а что у Баста есть? У Баста 8 собак, хату вторую только ставят, но ситуация плохая, надо было продавливать таким пушем, надо было продавливать. Так, Димаг приходит, хатку подгрызает. Заходит на ХГ, королева моментально окружена, собаки еще пытаются ее прикрыть, но королева падает, Димаги тоже бы убежать надо, потому что собак тут прирост выскочил и сразу меньше стало. В итоге хаты нет, бейлингов у Баста нигде нету, здесь бы морфили, сейчас контратаку можно было бы неплохую запилить. Вот. Но пока нет там ничего нигде. Оп, развел на Бэйна Бассета. Так, бэджики для игроков. Это ко мне. Почему это ко мне? Это же к тебе. Ты же там, Роме, должен с Ромой об этом всем поговорить. Потому что если там не помогут, туда ничего не планируется. Вот. Ну, микрофон, вебку-то я возьму, понятно, на Лана, а остальные вебки там уже на месте, это уже не от меня, короче. Вот, в общем, надо с Ромой будет связаться, как-то в скайпе созвониться-то, а поговорю я, короче, с ним про все эти дела вообще. Так, не, бутерброды, это все с вас, ребята. ГГ вас отпишет 1-1 третий. Можно, конечно, Леху Вайтру пригласить, как бы шашлык жарить, как на Home Story Cup, конечно, сразу на месте событий. Но боюсь, как бы это надо весь клубак снимать. На 1 000 000 рублей собирать, как бы тогда. Вот. Два, точнее. На призовой, на Леху, на клубак. Такие дела.
Ждем третью карту, ребят. Так, 20 компьютеров в обычном зале, 1000 рублей за компьютер. Ну а что, если нам сцену и обычный зал просто, это 35 будет, то 1000 как бы просто и все. Сделать, например, так. Обычный зал и сцена, вот все и 30 компьютеров, короче. Неплохо. По-моему. Короче, надо обсудить еще. Мне кажется, 20 все-таки реально маловато компиков. Мы там до ночи будем вообще тусоваться. Так, точно. Пауза же была. Так, финансы. 468, это половина. 234. И 975 за Азорга. Так, 450. 75 на 2. 35. 33 возьмем. Прикольная сумма получилась, кстати. Может, троечку сюда сейчас еще? На троечку, может, еще выйдем вообще. Насчет отжарил продавщиц ХЗ. Леха, конечно, мужчина, что надо, но думаю, что сейчас такими он вещами не занимается. Жук МНХ на Твиче говорит, что на шашлыке можно неплохо поднять призовой турика, короче. Вот. Бутеров из дома привезти. Может, мне-то здесь это... Давайте сейчас задонатите, я мясо возьму. 10 кило замариную с поезда прям бах туда. Где-нибудь в Москве там, бляха-муха, на газоне разведем одного. Ну, будет носить нам на турик туда, короче. Вот. Да, Илюх, ты просто, наверное, мало на ланах бывал. Я-то бывал. Когда так думаешь, что все успеем, а там на 20 компов 40 человек, потом просто до часа ночи все проходит и все. Вот. Короче, ребята, давайте красивые цифры делать. Поддержос нужен. Брюса нисколько не стоит. Брюс как бы старый знакомый, друг. То есть может, если прийти, как бы, то придет. Вот. Надеюсь, что сможет. Сам давно его не видел, редко вижу. Такие дела. Короче, ребята, третья карта Димага Бассет. Давайте-ка посмотрим. Бассет вообще-то ставит третью хату, как и Димага. Но Димага пытается Бассета подпрессовать собаками. Ни там, ни там. Скорость еще не готова. Только-только доделал скорость.
по зданиям, кстати. Димага прессует без Беллинг Неста Бассета. У Бассета Беллинг Нест не готов тоже пока еще. И очень серьезная нагрузка сейчас на Бассета. Ложиться, отбиваться без Беллингов от такого, от такой массы собак. Но что-то по рабочим-то на 7 уже Бассет в плюсе. Это очень печально для Димаги вообще. Все, у Беллинги у Баста подъехали. Он Димага 6 дронов заказывает, как раз ровно столько, чтобы нагнать. Димага тут тоже Беллингов подмарфливает. Все-таки построил Беллинг Нест. Димага, нужно Беллинга взрывать. Бассет ошибается. Как ужасно. Зачем он в эту сторону-то побежал? Подставился под Беллингом. У Димаги тоже все взорвалось. Ну да, контроль, конечно, не как Рок против Дарка в ЗВЗ. Но зато здесь наши пацаны играют. И вроде тоже контролят, они стараются. У Димаги 20 собак до заказ, еще бэйны пошли вообще. Так, линги еще подстраиваются. Здесь тоже беллинги морфятся. Димага проседает по рабочему, но хоть по боевому в норме. То есть никто в лейер не выходит. Все на линга-беллингах идет. Затянувшийся беллинг-баст. Уже очень долго он происходит, этот беллинг-баст. Баст что-то тут с разных сторон пытается завести беллингов, по-моему. У Димаги все в куче стоит, опасно, если честно. На третьей хате вообще добычи никакой нет. У Баста один дрон на третьей добывает. И на три он в плюсе вообще. Так, ну без лузеров два. Пацаны просят с лузерами, например, как бы. Ой, Димага в какую кучу побежал. Собаки, блин, на бэйнах взрываются. Какая-то вообще дичь происходит. У Баста плюс 20 лингов еще по лимиту в плюс вышел. Хороший, здесь нечем встречать. Димаги катастрофа полная. Димага контратакует. Ну там сейчас прирост будет. Здесь королевы все падают. И здесь прирост. С приростом Баст на изичах отобьется, что называется. Роучи вышли, но роучи под удар попадают. Кстати, лимит пока равный, более-менее. Падает королева. Нет, не падает королева. 6 дронов падают. Бассет отбился здесь в целом неплохо. Слушайте, я Димагу рано хороню. Что-то здесь контратака Бассета тоже захлебнулась. Собаки опять вперед пошли. Три роучи идут. Можно, кстати, реведжеров из них сделать. Но нафиг они нужны. Просят Бу один лузера, пацаны. Я думаю, можно сделать лузера Бу один, как бы, короче говоря. До финала лузеров, финал сделать Бу три, как бы. Вот. Взять 30 компов в обычном зале. Нафиг нам эти вип-залы. Смысл какой? В этом вип-зале. Не, кто проиграл, потупить не будет, нельзя будет за свободным, потому что не будет свободных. Это там что такое правило написано? Надо изменить нафиг, как это все время доступно. Так, 6 дронов минус. У Димаги 19 на... О, что-то и по боевому у Димаги все плохо. Идет атака сейчас. Беллинги здесь, беллинги тут. Сколько у Баса-то сейчас мог бы на двух беллингах слить все? Но я боюсь, 3 роу еще не смогу здесь перевернуть. И похоже... Похоже, Димага наигрался. Хотя я пока не уверен в этом. У Баста тоже уже роучи начинают появляться по чуть-чуть. Димага все бросает в атаку. Хотя нет, еще пока что не все ясно до конца. Здесь беллинги у Димага. Заходят они вперед. Роучи в королев грызается. Димос сейчас можно больно сделать. Хорошо, как взрывается Бейна. Но что-то тут не хватает роучи лингов в итоге. Нужен прирост, Димага сам в беллингов втыкается. Короче, ошибки взаимные. Здесь что-то собаки с роучами месяца не могут прогрызть нифига. Ну и по рабочему в итоге все плохо у Димаги.
Надо бы третью хату минуснуть. Это единственное, по-моему, что Димага здесь может разумное сделать при данном раскладе. По лимитам, по боевым. Ну, у Димаги этих раскладов нет нигде написанных. ГГГЛ, пишет Димага, проигрывает Бастету. Хотя ММР, говорят, больше. Ну что же. Кэш сразу, потому что днище только тут одно, которое хрень всякую пишет чатик. Вот. Так, ну что же. Так, ну что, браток против касса. Так.
Так, что-то кас, братком. Не спешат действовать, ребята. Это Венера будут за первое место. Ну что, прыгаем в игру. Голосовал кот не ко мне. Пиши, просите, чтобы кто-нибудь желтых сделал. Так, пиляю рекламу. Вот, помните, ребят, про отблоки. Подписывайтесь на прем и поддерживайте меня, мой канал. Вот, половина... Такс. Такс. Не понял я что-то. Половина всей поддержки идет, соответственно, на данный турик. Лановый, я имею в виду. Ну и вы можете поддержать, соответственно, еще и Starline турнир. Так, вы эти Starline, обходите... Ляха-муха. Где ссылка на сам Starline? Точно не понимаю, бляха-муха. Не найти не могу никак. А, вот он. На главный, короче. Старлайн есть. Так, ну все, игра началась. Все отлично, короче, поехали. Вот. Скинул я ссылку вам на турик. Это то, что мы сейчас смотрим. Вы можете тур пополнять призовой, соответственно, этого турнира. Ну а вся поддержка, которая на мой канал идет, уходит на LAN-турнир 14-го. Не вся, конечно, 50% поддержки, которая идет на мой канал, идет на пополнение призового фонда LAN-турнира 14 апреля в Москве. Так что всем спасибо, кто поддерживает. Так, ну вообще голосовалки в последнее время всегда рампилил с прикольными вариантами про упыря, но
Арам сейчас не всегда может как бы здесь смотреть, ребят. Браток против Касса играет. Первая карта, соответственно, Blackpink у нас. Это матч венеров. Кто побеждает, выходит с первого места. Кто проигрывает, падает в Decider, где будет биться с Бассетом, который неожиданно Димагу одолел в ЗВЗ. Вот. Ну и билды уже отличаются у братка с Кассом. У Касса, соответственно, Газбарак, Риппер, ЦЦ-щика, Риппер. Так, нет, у него газ-барак, второй газ, риппер факта, депошечка у братка, газ-барак, риппер ЦЦ-шечка факта, то есть у братка ранее ЦЦ-ха, но более поздний старпорт и факторка получается. То есть газ будет действовать агрессивно, что у него из этого получится, посмотрим. У Касса два рипера, гелик, билд и циклон заказан. Далее марики, погодите, старпорт. То есть это что у нас? Будет либератор лишь? Опа, браток нашел. Кстати, смотрите, ездил, нашел старпорт. Ну, Касс достроил. Да, либератор заказан. Посмотрим сейчас, что гелик с риперами сделает. Возможно, он нормально разменяется. То есть если сейчас нормально заехать, то можно риперов убить. Касс едет на муви. Это ненормально, ребята. Нормально это по-другому. Вот, но тем не менее, Касс все равно двух риперов братку убивает, но выходит циклон, ну, в принципе, что, гелика на двух риперов разменял, это нормально, можно было лучше, конечно, сделать, чтобы все вообще выжило, и два рипера, и гелик, но они бы все равно циклона бы не пробили бы, это точно, как бы, здесь у нас инженерка заказана, поймана КСМ-ка, которая эту инженерку тут строила. Браток хочет спалить, походу, что это за юнит будет. Успеет он спалить-то вообще? Либератор полетел, но если успел, то понимает, что циклон надо где-то здесь позиционировать, получается. Но здесь-то с этой стороны тоже ворваться юниты могут. Так, а что браток делает? Почему у него после циклона гелики строятся? Сейчас два рипера циклон заедут и просто тут наразваливают нафиг. Либератор вообще на мейн залетел. Смотрите, либератор очень хорошо отвлек внимание. Точнее, рипер и циклон очень хорошо братка внимание отвлекают. А тем временем либератор уже 7 рабочих забрал на мейне. И мулы падают. Вообще печаль какая-то. Циклон, причем его не быстро будет выбивать. То есть еще потребуется время, чтобы его убить. А за это время можно расхарасить опять вторую базу. Плюс добычи нет. Все вообще стоит на месте. 10 рабочих упало, в итоге 29-18, катастрофическая ситуация для братка уже по рабочим. Касс тут, смотрите, гранатки мокоциклонов подкидывает, круто, еще и разменивается в плюс здесь в абсолютной. Ах, Касс, ах, чертяга, но, кстати, нету ЦЦ-хи пока. Но зато уже третья заказана. Браток кидает мулов, ну тут отставание уже почти что критичное. Привет, Ковар, привет всем. Старпорт уже эвакуируется, отсюда улетает, браток прилетает, посмотреть, что же здесь у нас добавляется, а старпорта-то нет, опа, старпорт-то улетел, надо ловить, браток полетел ловить, но он прямо летит отсюда, но здание-то не будет через шифт уводить Касс, естественно, он просто прямо летит домой, поэтому, по-моему, это даже логично, можно было поймать, как бы, викингом пораньше старпорт, но, возможно, браток вот здесь где-то его перехватит, да, вот здесь вижен будет примерно... Но он успеет улететь, как бы не успеет викинг его сбить. Плюс может циклонами выехать. Циклоном единственным, по-моему, кассовским. Да, можно выехать навстречу. Даже не спалил старпорт, короче, летит на мейн прям, браток. 25-34. Не, ну за счет того, что ЦЦ у братка есть, он, в принципе, восстановил экономику. Мулов очень много накидано, то есть энергия копилась, и мулы не выкидывались, а сейчас все вперед полетели. Здесь же третья ЦЦ-ха пошла, это уже очень плохо, конечно, для Паши. Касс делает две инженерки, соответственно, Касс очевидным становится, что будет био играть. Ну где же свич? Сверхпоздний стимпак, конечно, будет, это очень много времени для братка. Вот у нас 4 циклона, 3 гелича вперед идут. Но тут танк есть. Вот бы либератора где-то сбоку завести. Вот так вот, даже может отсюда так чик на танке разложить сзади. Ну, хотя, что его раскладывать? Здесь марики его в секунду убьют. Тоже бред какой-то я придумал. А если одновременно наламываться как бы сюда с этой стороны, то тогда танки дадут залп по земле жесткий. Плюс бункер. Короче, не получится здесь пробить в любом случае. Только если бы на халяву как-то танки эти ликвидировать. Вот Рейвен бы сбоку мог бы, да, например, нормально все сделать. Так, Касс выходит вниз. Третья ЦЦ уже тут забываться. Значит, 3 танка плюс марики стоят. Браток сканет, и он не видит, где Касс находится. Ломанулся вперед. 2 залпа и...
Паша, что ж ты делаешь? Минус циклон, какая-то дичь происходит. Паша криво там как-то разменивается. Пришел циклон, касса начинает выбивать братку просто цеху третью. А она, блин, уже на... Почти, ну, больше, чем на треть она была готова. Короче, плохо в итоге все. Викинг на мейне, либератор на второй. Везде, короче, напряги. Марики заходят, либератор сейчас моментально убьют. Кстати, без потерь, потому что не зашли в рейндж его. Викинг улетел. Ну, 6 рабочих хотя бы браток убил. По рабочим более-менее ровно. Но здесь треть цеха и как-то так вся ситуация вообще. Викинг в итоге отдается. Вот куски об здания, об бараку упали его. Стим-щиты, 3 барака, над новые бараки кассу. Саплай-блок схватил сейчас, просто 3 депохи строят. Вон, энергии есть, кинь ты экс-саплай, ё-моё. В таких ситуациях не надо экс-саплай стесняться кидать, ведь время продакшена теряется, лимитов было бы больше. Мулы, конечно, это хорошо, но если у тебя дофига минералов и на них юниты не построены, то эти мулы будут бесполезные ресурсы, получается, как бы. В Старкрафте нужен баланс. Либо с депухами не втыкать, либо потом экстра саплай. Ой, кидаешь. Тут вариантов нет никаких. Так, стима нет, браток с четырьмя геличами неплохо так врывается. 10 рабочих уже убил, ничего себе братью не дает. По рабочим-то уже прям хоть камбэк наметился. Здесь либератор, циклоны, гелики. Танки-то есть вообще? Вот сейчас первый только танк у Паши выходит. А у кассы, главное, один медивак здесь. Я думал, сейчас касса загрузится, как перелетит сюда, ГГ сделает. Но боюсь, что одним медиваком столько юнитов очень долго будет перевозить нужно. Так, врывается прямо на мейн. Нет бы в тени разгрузиться здесь и ворваться резко. Не получится так сделать в это время браток либератором. Третью опять блочит кассу. Слушайте, браток-то еще живет здесь. Я бы не сказал, что припевающий, но... Жив-здоров, но сейчас вот эти 5 танков рассижить и просто 2 газа выбить можно будет. Депохи можно там даже достать, по-моему, до депох будет. Ну, у братка есть либератор, и его нечем законтрить, кассу, к сожалению. Танчики начинают братюню бомбить. 2 танка минус, касс не успеет сложить, а он не успеет выехать отсюда просто. Смотрите-ка, и лимит уже ровный. Ничего себе браток из такого просто задницы возвращается в игру. По-другому и не назвать вообще. По-другому и не назвать, ребята. Ребята, я скидываю вам иногда ссылку на Starline. Вы можете поддержать данный турик призовым. Все, что на мой канал поступает, 50% средств именно не на турик, не на этот, а на мой канал, идут в фонд Лана на увеличение призового. Благодаря Кириллу Русбрейну и всем поддержавшим сегодня и в предыдущие дни собрано 80 тысяч. Уже Лан точно состоится, как бы. Вот, всем за это громадное спасибо, я прям рад, как бы, так получилось. Но нужно пополнить еще призовой до 60 хотя бы тысяч, чтобы мотивировать игроков приехать там из других регионов. Вот, деньги все равно не супер большие, но хотя бы, чтобы билеты окупались. Вот так вот. Может, еще кто-нибудь там какие-нибудь призывы выделит там какие-нибудь, я не знаю, не денежные. Илюх там писал там всяким конторам, не знаю. А, кстати, может, надо Брюсу, кстати, отписать. Может, он что-нибудь там подмашнит. Кстати, идея неплохая. Надо разузнать у него. Так. Такс, да, надо будет связаться там с людьми. Так, сиджатся танчики, ребят. Кас пытается прессовать. Браток просто в легкую все отбивает. У братка больше лимита уже, смотрите. У братка 63 рабочих на 47. Ну, у касса 2-2 грейды, а у братка по нулям, ребят. Вот это, брат, меня беспокоит. Но у него 2 армори, он может сейчас 1-1 заказать. Касс загружается, попытка дропа идет. Если она сейчас провалится, у касса может стать вообще плохо все. Ну, браток это игрок, который, ну, именно всегда с первого Старкрафта он умел тащить именно на морально-волевых, что называется. Это все про братка, и это вот, эта игра яркий тому пример.
что браток может так. Так, а залетает Steam. 2-1 грейды на Марика. Как же они нулевых этих разрывают юнитов на... Сейчас 2-2 будет. Они просто разрывать будут даже мех здесь. Даже хелбатов нафиг Марики будут разрывать. Они просто до них доходить не будут. Можно, кстати, грейды отменить. Танчик убил Кас. Я же говорю, вот один дроп пройдет, и на таких грейдах может сразу все плохо у братка стать. Какая-то игра переворотов просто происходит. Кас пытался цепку куснуть. Зачем, если есть армали, которые вне ренжа танков? Бред вообще. Так, про Вердос. Вердос, кстати, сегодня писал мне. Мы тут с Гером и оговариваем новые условия, для того, чтобы мог продолжить карьеру. Как я считаю, Вердос спрашивает, стоит ли увольняться, продолжать мощные тренировки, форма неплохая, или на работе работать? Я Вердос написал, короче, если работа перспективная, то, конечно, сам решай тогда. Вдруг работа реально перспективная какая-нибудь, вот. Но и пригонял, чтоб на лан он, я сказал ему, обязательно. Вот. Ну, Вердос-то в Москве живет, пригонит, я думаю, на лан он 100%, как бы. Вот. Так, субратка плюс атака готова, 1-0 грейдики. По рабочим все еще в плюсе до сих пор, но указ 4-я ЦЦХ, 3-я атака. Био увеличивает продакшн, какая-то вообще... Непонятная тема. То есть, опять же, браток по лимиту отстает, но он мех играет, а мех нормально может справиться с био. Делается ЦЦХ 4, почему не где-то здесь? Вот удобнее гораздо будет брать эту ЦЦХ, потому что можно будет эти две базы вот с этого направления прикрывать. Кас поломился. Вы видели, какие залпы делают танки? Это просто охлаждает пул Каса. Он убегает. Повезло, что вообще этим юнитам, что ушли. Планетарок нигде Кас не делает. Типа мех не страшно. Типа не мобильный тиран. А если гелики с синим пламенем, как тогда вообще? Такс. Ну что, первая такая, по-моему, долгая и напряжная игра на этом турнире. Ну, конечно, ЗВЗ последняя игра, третья Димага Баса, тоже была напряжная. Но оно не было долгим прям. Опять Кас ломится. То есть Кас решил, что он не просто Мару, он вообще бог, короче, Старкрафту, что он будет наломиться на 10 разложенных танков био и просто сплетить как бог и пробивать, что ли? Я что-то не понимаю вообще, что Кас делает. Тут у нас Либератор прилетел на третью. Либератор есть на второй. Но братюня тут через турет чуть не улетел. Так, Марик минус. Куда ты стоишь-то там? Рабочие под удар попадают. Мародер пришел. Мародер получает жбан. Просто минус мародер. Прикольно. Так, Кас прилетел, разгрузился. Еще один мародер минус. Куда лезут-то вообще? Так, Кас просто по всем направлениям базы ставит. Везде орбиталки, везде орбиталки. Вот гелики, кстати, начали выезжать у братка наконец-то. 2-2 делается. Синее пламя вообще. Синее пламя в итоге. Пристройка завершена. Зададим им жару. Близится освобождение. Так, 195 касса, но это макромашина, монструозная касса начинает работать. Я так полагаю, Касс сейчас будет мясом братка закидывать, пытаться продавить и за счет прироста потом еще пытаться тоже это сделать. Так, танки сиджутся, планетарка есть. Ну все, прикрыл браток планетарку. Касс несет громадные потери, вот он по потерям уже больше потерял, чем браток. Здесь геличи заехали, но... Здесь просто нет рабочих, у Гелич, правда, синего пламени нет. Тут оно доделось, и
Под ударом КСМ-ки на дальней базе касса. Начинает все терпеть. Вторая атака доделалась. Гелики нормально хоть пробивать начинают КСМ-ок. 11 минус. 11 минус. Но это на самом деле не сильный вред экономике касса. То есть у него все нормально более-менее. Браток, какой-то выход пошел. А нужен ему вот такой вот выход? Ну, кстати, здесь на халяву можно разложиться, вообще убить все. Дома надо сиджиться обязательно, братку. Не знаю, почему он этого не делает. Ну и выход. Кас просто не видит этот выход. А это знаете, что значит? Это значит, что просто сейчас на халяву будет уничтожена вот эта база. Если проток дальше сможет идти, так это вообще хорошо тогда для него будет. У Каса нет, понимаете, у Каса пока воздуха нету достаточно. Вот в чем проблема Каса. Он не может либераторами это все наказать. То есть ему надо био драться в лоб. А как он в лоб может драться био? Вот с таким количеством танков. И 2-2 грейды это уже не 0-0, поверьте. То есть 2-2 в 3-2. Танки в клан просто вот это все дело будут разваливать. Кас что-то ходит по центру. Что-то там ищет. Братюня сиджится. Сейчас уже по мародерам прилетит еще дальше. Кас заходит в тыл. Кас собирается в лоб драться с этими танщиками. Похоже, что да. Слушайте, ну мне кажется, это очень опасная идея драться в лоб. С этой стороны вообще ничего нет. То есть тут, если бы отсюда, отсюда, отсюда и отсюда, вот с четырех реально сторон бы набежали юниты, да-да. Но тут нет возможности у Каста. А, вот Кас пробивает камни. Здесь что-то стоит, надо сюда подходить. А здесь еще и туретки есть, вижен дадут. И браток еще прирост ведет. Слушайте, братюня собрался игру-то брать, по-моему, эту. Падают бараки, продакшена все меньше и меньше становится. Все, пошел на лом. Я отдаляю, просто Кас ломится со всех сторон. Здесь танки справляются. Сверху еще прирост пришел, справляется. Кас разваливается в мясо. Это 1-0, браток, похоже. Здесь других вариантов я не вижу развития событий. Ну, как-то не получилось братюню мясом задавить. И просто такую игру Паша вытащил. Респект. Жесть, короче, какая-то произошла. Ждем второй карты, ждем, в общем-то, мы. Ну что ж, неплохо все прошло. Так, ну что же, ребят, погнали. Карта номер 2. Хорошая первая карта получилась. Прикольное мясо такое. Вторая карта Затон называется у нас. Вот, я пиляю рекламу у вас там в прошлом, можно сказать. А вы, ну, а говорю-то я сейчас, в настоящем, точнее, вам в прошлом уже доходит. Вот, помните про адлоки? Ссылку кидаю на Starline, можете... А, погодите. Так, можете поддержать Starline по ссылке, которую я вам даю. Вот. Ну и мой, меня и мой канал поддерживайте.
Половина идет в поддержке, всей в призовой лан-турнира в Москве. Задача собрать 60 тысяч рублей призового. На организационные моменты уже все выделено, как бы. Вот такие вот дела. Так, ну что, карта вторая, ребята. У братка газ-барак во второй газ очень ранний. То есть будет факта ранее. То есть то, что в прошлой игре Кас сделал, поменялись ролями. А у Каса наоборот. У Каса наоборот, газ-барак, рипер, цецеха, факторка вообще. Такс. Улучшение командного центра завершено. Так. Стройка завершена. Эйсейн готов. Ну, а для поддержки все реквизиты на всех каналах есть. На Ютубе, на Твиче, на Good Game, везде. Абсолютно. Так, вижу, на Яндекс пришло что-то там. На Яндекс деньги. 40 рублей на Яндекс. Спасибо, ребят. С электронных кошельков я говорил уже, что призовой не добавляю. Потому что если там серьезная сумма будет, то я выведу сразу, чтобы комиссию отсечь, как бы, и тогда добавлю, как бы, естественно. Но там пока нет никаких серьезных сумм вообще ни разу. 195 рублей на Яндексе и все. На Киви там присылали тоже пару соток, ну, тоже там несерьезно, 50%. Не 50%, четверть комиссии сожрет и цену на вывод не будем ставить мы пока. Ну что, ребята, Братюня играет двух риперов циклона. Пришел, поперестреливался с геликом. Гелика не подрезал. Странно, двумя риперами вообще в хлам гелика можно срезать. Но немножечко не законтролил. А, погодите. Слушайте, я вам гоню, ребят. Это ж Кас желтый. Я говорю, поменялись ролями. Все абсолютно точно так же, как в предыдущей игре. Это ж браток красный, а Кас желтый. Я гоню вообще. Так, будет ли Путин на лане в Москве? Ну вот если, короче, мы соберем 60 тысяч в марте, то вероятность повысится, короче. Вот именно плюс 60 тысяч РЭ, чтобы призовой до 60 увеличился, как бы. Вот, а в апреле мы его еще сможем увеличить, а там, глядишь, и 70 там, тысяч рублей, а то и больше соберется, и уже Володя подумает, может быть, ну, может быть... Прийти, респектнуть пацанам, дать им там мастеров спорта по Старкрафту и в бюджет отрезать часть денег. Мы, конечно, ему скажем, что вот, что отрезать получится от пацанов денег. Но, короче, вот только так, походу. Ладно, давайте игру смотреть, ребят. То же самое абсолютно, что в прошлой игре практически происходит. Кас переводит рабочим вторую. Марики плюс танк, плюс Рейвен. То есть можно с инвазивной матрицей выйти и попробовать братка прессануть. У братка циклоны, гелики, реактор, соответственно. Это корейский стиль циклона в мех получается вообще. Так, здесь противориперные заслончики делаются. Ну вот сейчас Steam поет вообще.
Так, ну что, идет атака. Эй! Кас, Мишаня, что ты творишь? Слил Рэйвена, там было энергии на 3 инвазивных матрицы. Просто дичь, браток, с циклонами идет вперед, выпиливает просто выход. Это катастрофа. Для Каса мало того, что браток весь выход выпиливает, так он еще и теряет. Все, здесь Либератор начинает унижать. Ну, где-то что-то происходило, кстати. Погодите, а как браток 14 рабочих? А, он просто взял браток рабочих в атаку, и они потеряны были. Здесь Либератор бомбит, а не слава вообще? Либератор сныкался, 9 юнитов у него уничтожено. Слушайте, ну, по экономике еще даже почти равная ситуация. Что ж, 60 тысячами не обойдется, не понял. Так, Happy на Росбрейнкап варики не пускает. Почему его не пускают на Росбрейнкап варики? Я чуть не понял. Так, здесь еще четвертая цеха у братка пошла. Короче, чтобы 60 тысяч этих было, нужна ваша поддержка, естественно. Ну и Starline тоже можете поддержать. Короче, у Касса опять инженерки, опять он био играет. По рабочим. Так, вся ситуация, туреток нет, Либератор опять летит там вообще на дальнюю получается. Рабочие строятся у Паши активно, танчики пошли. Играет мех. Играет мех. Касс играет био. Не знаю, почему Касс играет ТВТ все время био. Я вот не понимаю, сейчас невероятно актуален мех. Корейцы вообще как бы циклоны там эти отыгрывают, постоянно танки, как бы очень у них круто получается. Некоторые, конечно, био тоже играют. Ну, не знаю, еще часто верю. Часто вижу мех, очень часто. Так, туретка. Мазинра переподписан 3 месяца. Туретками все обнес вообще. Братюня там на третьей базе дальней. Ставит, кстати, орбиталку. Фига себе, что все так вообще планетарки не строят? Удают. Спасибо, Мазинра. Что там прям на 3? Да, Зелком стал бодреньким, молодец. Так, ну что, Геличи минус тут. Собирал донаты на ездку и на поездку Хэппи не поехал, но это как бы не очень расклад, согласен. Так, пролетает у нас Касс одним медиваком на третью базу, но сразу же медивак сбит, 5 мариков на стиме, ну, короче, одну КСМ-ку убил, это печаль вообще. Так, 140-141, лимиты практически равны, 1-1 грейды делаются. Все делается, соответственно. Так, 144-150, ребят, лимиты. Пошла атака от Касса, ребят. Ну, братка, тут просто дичь. Посмотрите, танки как стоят, они в линию вообще все раз. Касс вообще в хлам разлетелся.
Я не понимаю, что он, как он хочет этим мясищем продавить мех тирана, блин. Био плюс танки. Делай-то Абио плюс Либератора с ранжом воздух-контроль, как сейчас все стараются делать. Братка еще туреток мало. 11 штук он на третий. То есть он просто не хочет, чтобы у него какие-то дропы залетали. И здесь все в туретках. Это четкая игра. Узнаю стиль, как из первого старика. У Касса, конечно, 5-я ЦЦ уже. И у Планетарка. Надо бы макро ЦЦ-шечек Кассу построить. А то что-то 3 орбиталки у него. А братка-то 4 уже. Браток, еще ЦЦ устроюсь. Надо больше орбиталок, это больше мулов, и вообще все прекрасно работать будет. Сенсорки везде. Заехал Брачуня, ну так себе, что-то он ждет здесь. Ну вот, на самом деле, не отдай Касс Рейвена в первом выходе. Совершенно другая ситуация в этой игре была. Две инвазивки пноциклонов кинул бы ими просто, Рейвеном бы. И занял бы позицию здесь танками. Браток бы, может быть, даже проиграл бы вообще в начале. Отдал Рейвена, и в итоге все вот так вот сложилось вообще. Так, здесь Либератор на 6 часов прилетает. Касс только сейчас Викинга подвел. Здесь Либераторы от братка просто прилетели. 2 штучки. Минус несколько мариков, минус 2 танка. Братка 190, Касс 168. Что-то браток сегодня прям... Вот он выглядит сильно, реально. Очень сильно выглядит. То есть он как разобрал Басса-то. И как он разбирает Касса сейчас. Какую он игру вытащил. Прошлую, правда, ошибся в прошлую, но здесь-то прям очень четко отыгрывает. Так, ну тут полез вперед, Паш, что-то наотдавался немножечко. Каз готовит налом еще с этого направления. Здесь все перекрыто. Опять Либераторы что-то все тут громят на ксилнаге просто. Касс не контролит особо, зато базу ставит. Вот где свич воздух у Касса, я просто не пойму. Как он хочет чисто био вообще драться, блин. Браток 5 занял пассивно сидя. Ему хватит, чтобы 3-3 грейда сделать. Сейчас еще настроить много лимита. Смотрите, турет. Ё-моё. Вот это правильно, это абсолютно верно. 1600, конечно... 1700 минералов сюда вложено, ребят, но зато как бы новые минералы не просрутся точно. Так, Паша уже есть в группе, как бы, и, ну, я не знаю, надеюсь, что он приедет на турик. Я у него, конечно, спрошу потом, сможет он или нет, как бы. Так, минус танчики. Так, пошли туречки по периметру. Здесь браток уже шестую ставит. К6-750, чего я не понял. Так, атака первая на викингов у братка готова. Сейчас третья броня доделается. После двух атак на танчике не делает ничего. Вот сейчас вторая викингов сразу пошла. Здесь просто третью надо сюда заказать, и все будет нормально вообще. Тогда вообще отлично даже будет, я бы сказал. Тут
Так, занял Ксилнагу, братюню. Слушайте, ну такая макро прям карта получается. Отличная вообще. Рейвены у Касса пошли. Опа, масс Рейвена. Рейвена викинги вообще. А Либератора? Кто землю-то? Кто танки будет убивать? Я что-то не понимаю. Можно, конечно, автотурели кидать туда рейвенами. Ну, как так себе идея против танчиков, по-моему. Так, идет Касс. Биу отдает свою зачем-то. Непонятно зачем. Так, у братка вторая атака воздушная делается, третья на танчике бы заказать не помешало бы. Третью на танчике, да не заказано. Так, здесь братюня приехал геличами ножок. Либераторы в тыл залетают. Касса туретка видит этого либератора, один мимо мейна пролетает. Куда ты, братюня, летишь? Прям в туретку отдал двух либераторов. Одного рабочего успел убить, здесь этот погибнет, даже разложиться не успеет. Что-то Касс отхватил здесь сикеров, кстати говоря, и улетел. Что по потерям, кстати. Три Рейвена браток потерял, видимо, только что это произошло. Так, ЦЦшечка уже крайняя получается. Макро ЦЦ-ка ставят очень много. Потери выше чуть у братка, 14 тысяч. АПМчик у нас выше у братюни, 280 на 250 примерно. Апгрейды вы видите, грейдов больше у Касса, потому что он на био делал, браток только мехгрейды делает. Третья атака на наземную технику у братка заказана. Воздушек пока нет, что тут наземные матрицы какие-то ставят. Опа, сикера пошли, хороший сикер от братюни. Танчик пока в инвазивной матрице, там сейчас отморозится и начнет стрелять уже по мародерам. Там на лоу-граунд стреляет неплохо, кстати. У Касса контроль воздуха-то имеется, но контроль воздуха это одно, а убивать чем это другое вообще. Братка Тритора подъехала. Почему Касс без либераторов играет? Я что-то вот не понимаю. Браток, кстати, отжался. Смотрите, он по мостам поделил карту напополам, получается. И все, ему этого достаточно. Он будет как бы просто занимать эту базу и потом как-то играть там. Вот таким стилем. То есть просто будет размениваться, как бы, и это будет выгодно братку вполне. Так, сикера здесь идут, минус броня, автотурели нет. Все там под минус броней, под жесткой. Так, сиджатся танки, начинается атака братка на планетарку. Два сиджа, один без, Касс будет чинить еще что-нибудь? Братку бы просканить бы и фокуснуть тех, кто чинит, рабочих. Танки накидывают, пишу очень хорошо, но как-то хз вообще. Пришел Касс, бил своим, отбил. Вот Касс уже, вот, понимаете, на такой стадии игры получается, что все, что нажито не по сильным трудом, все впустую. Нахрен это бил уже здесь 3-3 грейдами. Не, конечно, неплохо, что свичи можно делать, как бы. Но здесь уже это и не решает-то особо. Короче, похоже, сейчас начнется долгая лабуда. Друг напротив друга построены будут туретки. И как будет побеждать один другого, я даже не знаю, если честно. Потери вообще, смотрите, 17 307 на 17 270. 37 минералов, ну 37 не минералов, а вообще газа и минералов разница вообще. Уже братюня тут, по-моему, КСМ-ок ведет на убой. Лимита боевого побольше хочет. Касс там что-то смеется. А что Касс смеется? А, туретками все обстроено. Касс видит, что здесь такая дичь творится. Блин, ну это реально перво-старкрафтовское какое-то ТВТ вообще получается. Поделили карту и сидят. Надо выход сделать торами, походу, вниз, да, как бы. Касс уже сам планетарки, походу, хочет ставить на этих направлениях. Блин, такая игра может час идти, как мне кажется, вообще. Так, СМ-ки...
отдают свою жизнь, не, ну и не просто отдают, туретку запилили просто. Приехали. И эти пытаются выпилить. У Каса играет на зданческую броню есть, кстати, в отличие. А, у Радка тоже есть, молодцы. Сделали все грейды. Батл крузера от Каса подъезжают. Вот это да. Воздушную атаку делать. 3-2 грейдики уже будут. Братка вообще тройки все. Ну вот я не знаю, батл крузеры могут что-то сделать вообще. Просто что здесь батлкрузерами делать? Ямато в лоб здесь пытаться пробить, так викинги могут фокусить. Телепортироваться куда-то сюда, так без телепорта не уйти оттуда будет. Минус батлкрузеры будут. Я не знаю, можно, конечно, так вот сюда прилетел, если их достаточно. Ямато чик-чик-чик туретки пофокусил. Телепортнулся назад, как бы. Ну, то есть просто на лайте разменивать на здании. Оп, секиров Касна получал тут от братюни. Тор пошел разобраться. Разобрались с Тором танки на изичах, что называется. Братюня бомбардирует планетарк. Планетарк крутится большой пушкой, но она не может стрельнуть, ранжата не хватает. Автотурель под минус броней нормально танком накидывает дамага. Пошли еще автотурели. Танчики, конечно, по ним стреляют. Посмотрите, как с минус броней они улетают. Но и тут автотурелей много было выставлено с другой-то стороны. Так, первые батлкрузеры у Каса готовы. Браток плюс орбиталочек плюсом еще два лет. Сколько? Сколько? 17 ЦЦ-шечек. Макро ЦЦ-шечек. 17. Вот это я понимаю, макро. Вот это я понимаю, так и надо делать, я бы сказал. Посмотрите просто, блин, какая... Это называется мулов хватит на всех, сканов хватит на всех. Всего, короче, хватит на всех. Я даже одну где-то не могу найти, где она стоит. Вот она, просто. Просто неплохо. 69 туреток, кстати, у братка. Не жадничает совсем. У Каса 25, поменьше. Секира в Рейвенов прилетает. Браток, сзади. А чё Каста в ответку не кидает вообще ничего? Как-то браток тут переконтроливает вообще, слушайте. Браток контролера врубил конкретного. Идет уже пробивать крайнюю базу сейчас. А что, пробьет в легкую вообще? Просто смотрите, война ракет. Начало 2018 года, или когда там это, в 17-м патч вышел. Тираны. Цитирую. Бесполезны Рейвены. Март 2018 года. Картина на экране маслом просто. Бесполезные Рейвены, короче. Ну, им Сикер, конечно, поменяли, что он без задержки улетает. Это на самом деле подъем был хороший, но все-то нужно было изменить, как бы. Что? В принципе, они по задержке бы нормально бы шатали бы. Я уж думаю, может им вернуть, как бы, а то что-то они дико развалят. Так, слушайте, если браток здесь закрепится и просто кассу купа, инвазивки пошли на батлкрузеров. Секира со стороны касс, секира со стороны братка. Локальные стычки идут, надо отдарить подальше. Касс пытается вступить, браток пытается, наоборот, вперед пойти. Браток танчики приводит сюда, он пошел-то, а он дальний убивает. Вот эту планетарку, если браток выбьет, все, у Каста вообще плохо все будет. Это, а почему браток не накинет просто сюда там 15 мулов и на все минералы и вообще не высосет базу, вот я не понимаю. У него энергии там просто немерено, как бы. Быстрее высосишь, быстрее можно рабочих отдать будет и боевого лимита отстроить. Надо этим пользоваться. Так, хорошая секира под батлкрузером, Каст телепортирует, молодец. Кстати, викингов у братка чуть недостаточно. У Каса еще 6 батлов делается. Слушайте, туретки как бы браток строит, но 2 тора не убьют, 6 батлов. Их уже здесь 8, точнее еще 6, 14 скоро у Каса будет. Ямато по торам пошла, минус 2 тора. Секира накидываются, батлов еще секира полетит.
Бесполезные рейвены убивают ботлов стикерами. Посмотрите просто. Так, бах, минус рейвен. Да, с батлами все-таки братка прогнал отсюда. Слушайте, вот, я не понимаю, вот реально нахвалил я Пашу и ну, просто реально сейчас нужно ругать. Очень жестко. 17 ЦЦ, 50 минералов, да здесь должен быть инкам 5К в минуту, ё-моё. Накидал сюда мулов, сюда, посмотрите, у них полная энергия стоит, до 17 ЦЦ тут хватит на и мулов накидывать, на все. Ки 5 накидал сюда на каждый минерал, сюда на каждый минерал, сюда на каждый минерал. Здесь бой я пропустил в это время, пока у меня бомбит, реально. Торы плюс викинги с батлами дерутся, инвазивками, браток, их просто разваливают. Смотрите, они вообще не стреляют даже. Убивают все, ГГ пишет Канс. Но Паша зато контролит сегодня вот так вот, я вам скажу. Но мулов в следующий раз, паштет, кидай, блин, нафиг. Если увидишь, что я тут ору, вообще пригораю. Вот. Хрена себе коронованных у меня на канале. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять людей. Еще спайк точно, инскорялить точно. 12. Ребята, игры просто огонь. ТВТ меня это очень сильно порадовало. Пацаны молодцы. Плей-офф обещает быть перспективным. Вот, плей-офф будет в субботу, я так понимаю. Вот. Но еще не точно, потому что в пятницу у моего друга день рождения. Он меня звал, как бы надо мне идти по-любому туда. Вот. А в субботу в 7 утра ГСЛ, поэтому я на ГСЛ, если и встану, то зомбарем, походу, буду каким-то. Вот. Не финал ГСЛ, полуфинал, Мару Дарк. Такое надо смотреть обязательно, короче. Ну, может быть, еще с пятницы перенесем куда-нибудь там, не знаю. Он, точнее, перенесет, как бы, ХЗ. Днюху свою. Такие вот дела, ребята, обращаюсь к вам. По ссылке, которую вам скидываю, можно Starline поддержать, кому игры нравятся. Вот эти, это потому что призовой пойдет победителям этого турнира, естественно. Ну и обратите внимание на то, что написано на экране, соответственно. Вот здесь вот я мышкой вожу. Основной фонд уже собран, организационный на турнир в Москве. Пополняйте, пожалуйста, поддерживайте меня, мой канал. 50% всех бабла вливается туда, короче, в... пополнение призового, чтобы Мишане Кацу была мотивация приехать из Украины. Минат еще там, я не знаю, и другим пацанам, чтобы, ну, нормальный состав на лане собрать, как бы. СНГ топчик весь. Вот. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Ну что, Бассет Касс. С братком Бассет Вилли как сыграл. Сможет ли Касса одолеть? Вот это вопрос. Это вопрос. Ну и приходите на ланг еще участвовать там и играть. Играть и смотреть.
Так, ну что, что-то нихера не происходит пока. Почему-то. Пекадут. Проливкина — это старая история, это еще года два назад было, если не больше. Вот. Может, три уже. Там была Алима Лига, только начиналась, я ее один раз рестримил. Или два к тому моменту. Пришел на канал, чтобы, типа, ну, в игру попасть, может, договориться. И мне эта баба, короче, корейская, начала писать, ну, какую-то хрень, короче. Ты рестримил, ты там украл. Я говорю, так, блин... Я говорю, вот я пришел договариваться, вы меня не пускали, как иначе делать вообще. Ну, короче, они заднюю врубили с того времени, и, ну, я, конечно, хер положил на это все, но у него бомбит, он как бы старается палки в колеса вставлять по всем направлениям, как и наши некоторые местные крысы, как бы, вот. Ну, на пофиг, что прорвемся. Басет на стене сказал, что кассу как раз готов. Ну, сейчас увидим, как готов, ребята. Сейчас увидим. Так, кстати, ребятки, знаете, что вам скажу? На Live on eSport'е-то есть ставочки, оказывается, на турик данный. Сейчас я вам скину, реагируйте по моей рефералке. Я там накоплю центов и поднимусь просто на бабках. Как 50 центов у меня будет тогда. Вот, такие дела. Кириллу респект. Ё-моё, я только что вспомнил, что Кириллу 500 рублей, кстати, должен. Вот это да. А я забыл про это совсем. Совсем-совсем забыл. Долго пацаны черкают, но черкают. Так, а завтра, кстати, еще у нас по расписанию. Блин, ребят, столько старый я давно, столько много не стримил, конечно. Веск просто жесть был, конечно. 6 дней по 12-13 часов. И один день 15 из этих 6 часов. Вчера был стрим 15. Все записи выложены. Веска, ребятки, там огонь просто. Игры были. Ну, конечно, на таком турнире, где 400 тысяч долларов призовой в старике, игры будут огонь. Также вчерашняя запись... Мастер Капа, Сия Мастерс Капа выложена, там финал Солар Гумиху был, крутой, смотрите, вот, а, завтра Алима Лига, вот как раз Ривкина я и зарестримлю завтра, а, завтра еще Африка Старлига по первому старику в 13.00, короче, видимо, в 13.00 я начну завтра стрим и... Так, пока спросит хастануть, короче. Так. Thank you.
Так, что-то затон нельзя хостануть. Так, ребят, перезахожу в StarCraft. Я сейчас посмотрим, что за хрень там происходила. Вот, я не знаю, в чем там дело, если честно. Почему-то не создать, вы видите, как бы почему-то не создать карту эту. Так, рефералочку кидаю, что я сказал про рефералку, а в итоге ни хрена не кинул. О, что-то тут без меня, пока я туда-сюда захожу, все создали. Так, ну что, бас отказ, ё-моё, десайдер у нас, ребята. Ждем старта. Как корисарь это делать, чуть не понял. А, вот корисарь. Оп, Олежек в сеть заходит. Так, что-то касса пока, я не вижу готовность. Так, погнали. Все, все готовы. Поехали. Так, ну что, поехали, ребята. Это Decider матч. Вот, подержался пока что-то нет. Ну, сегодня и так много было, но чем больше будет, тем лучше для турнира, для призового, естественно. Кас против Бассета. Завтра, кстати говоря, знаете что? Завтра у нас будет играть группа D. Аверс, Неразим, Лайтвейт, Лиссандра будет там биться у нас. То есть 3 прокса и 1 тиран. А послезавтра, 21-го, Блай, Ваня, Револьвер и HH Кванта. Это
кореец, который прожил в России долгое время, и, правда, про Энеликвипедии про него ничего нет, и он играет старик, как бы. Вот такие вот дела. И 22 числа Ниган, Энигма, МС Зира, Люцифер, 2 Протоса, 2 Тирана будет такая группа у нас биться. Вот. Ну, а плей-офф пока что на 24-е стоит, но это не точно пока. И 19.00 время, ну, точно не такое будет у нас, если в субботу будет проходить плей-офф. Скорее всего, он будет где-то в часа в 2 начинаться дня, если на субботу будет он поставлен. В смысле, не плей-офф, а 1-4, потому что полуфинал и финал вообще непонятно там что к чему еще пока что. Ну, кстати, субботу-воскресенье можешь делать, как бы. Например, а воскресенье там часов на 7-8 поставить, после ГУФСК как раз отыграют. Так, минус дрончик один. Рипер летает, шатает. Кас начинает, газбарак, рипер, ЦЦ-шечка, факторка, старпор. Одного дрончика подрезал рипером, 10-17 хата Гаспул и третья. В кармане затон карта с карманной вот этой базой. Вот, но рипер здесь может прыгать вот по этим неровностям карты, соответственно. Так, Кас хитро как-то облетает. Он что, в разведку решил полететь? Мимо королевы пролетает. А Баста-то оказался здесь... Не, не совсем готов Баста оказался. Проходит сейчас дроном, можно, кстати, подблочить рипера было бы немножечко. Королевой можно вот здесь вот рипера где-то встретить. Баст понимает, что именно с этой стороны и надо встречать. В итоге Касс отдал рипера. Странные какие-то действия. Зачем ему было сливать? Что именно он хотел увидеть? Ну и Роуч Ворон, наверное, скорее всего, какой-то с двух баз сыгранный. Типа, мол, думал, что это третья, может, фейковая хата. Нет, нифига не фейковая. Баст продолжает развиваться. Тут уже скорость с собачком готова. 8 лингов будет, а им уже и геликов можно легко встретить. Ну, что это? Другое дело, что... Зачем бежать прямо через центр, а беги сверху вот так вот. Смотрите, здесь стенки нет, Касс наглую уехал. Сейчас очень часто зерги тиранов за такое подлавливают. Стенки нет, собак 8 забежала, нанесла дэмэдж больше, чем 6 геликов. Так, Беллинг Нест у Бассета и Лэйр. А Кас добавляет армор и выходит в мех, то есть это гелика циклона сейчас, а дальше какое продолжение ХЖ будет. Млево, ну не на всех турнирах, но на этом играет как бы. Не знаю, как там у него с временем, не насколько он много тренится. Этого я не знаю. Опа, а вот это уже неожиданно. Кас полетел циклонами в пуш. Здесь собачки просто бегают. Два гелика стоит. Ну, тут не надо на гелище лезть. Как мне кажется. Не стоит туда лезть. Так, что-то не туда... А, нет, это не подержос. Это меня бомжей скидывают на перезвон. Но пока что... Я занят. Пока что вот. Так, Слушайте, необычный какой Нидус, без Роуч Ворона. Без Роучей. Что за хитрый Нидус-то такой? Так, оверсер летит. Здесь хату третью пытается сбрить Касс Бассету. Сейчас собаки отбивать будут, и в Нидус потом они будут заходить уже. Бэйны идут вперед. Нужно ли бы... Так, Бэйны циклончика взрывает. Касс обоими циклонами улетает. А что у Касса вообще есть? Два вот этих циклона дохлых. Гелик и Либератор, один Марик. Но это ж не серьезно. Сейчас из Нидуса полезут юниты просто очень плотным потоком таким на мейн-кассу. Бараки начинают там бас шатать. Собаки побежали рабочих пробревать. Геличи возвращаются. Все сюда возвращается. Еще группа лингов сбоку тут подбегает, кстати. На продакшене проблемы. Баса сразу крипом просто кассу все заплодил. Так. Собаки с гелионами на второй уже дерутся. Кстати, неплохо там гелионов выпиливают. Плюс марики здесь подставляются. Королеву можно было бы и протрансфьюзить. Вот что Бассет контролит сейчас? Я не знаю, почему королеву не трансфьюзить. Можно уже он Нидус вниз напилить.
Циклона вообще в хлам дамажена. И все на гелик. Не надо на халбатов лезть ему ни в коем случае. Басу сейчас. Ну а Хасу нужно чинить по максимуму юнитов. На 4 циклонов рассчитывать. Другого варианта я здесь не вижу. Кстати, если не продавливает Басл, не продавливает здесь Басл, то у него все плохо будет. Трансфьюза накидывать не успевает. Роучи выпрыгивают сюда. Снизу Роучи есть. Куда они вообще пришли? Почему они здесь находятся вообще? Как они сюда попали? Я понятия не имею. Все эти Роучи. Басл не доконтроливает. Стенку пробить не может. Касс отбивается. И, кажется, стабилизирует он эту игру. Это очень плохо для Зерга. Немножечко не хватило здесь, чтобы продавить. Разложен Либератор. Так, 1-1 касс все-таки заказа. Точно напряжный пуш был. Я думал, все, касс уже проиграл эту игру. Вот, но нет. Отбился. Не хватило очень роуджей. Даже не роуджей, вот 3 реводжера было бы сюда в рампу фаербола кидать. И все, как бы касс не зашел бы без урона наверх бы просто. Так, опять хелбатами шаталити летит. И как тут ватца колонна. Фиговик от ветеран. 11 юнитов у него убито. Только сейчас я на это внимание обратил. Он по земле, он и оверов выбивал, и по земле собак шатал. Вот королева у Баса-то здесь упала. Что-то роучи он намасил много, но по рабочим отстает все еще. Либератор на мейн прилетает. Как-то странно его касс здесь рассиджил. Он вообще здесь... Ну, да, здесь точно доставал бы, вот до сюда. А вот отсюда, сюда, вот в этой пространстве, я даже не знаю, будет он, доставал бы он или нет. Последним выстрелом Либератор был уничтожен. Если чуть дальше улетел, наверное, скорее всего, выжил бы. Потому что там последний, ну, то есть, там последний выстрел от спорки был. Дальше бы она просто не доставала. Короче, здесь 2 первых медивака. Пехоты уже реально много. Щиты, правда, сверхпоздние по билду. Уж, мне кажется, второй бы лабу круче на бараке построил бы касс. И щиты сделал пораньше. Но тогда бы он Мариков бы не досчитался бы. Какого-то количества. Тут 4 циклонами Харас пошел, да? Смотрите-ка вообще. Так, дропчик залетает. Хороший дроп. Очень быстро отфокусил хату касс. Еще и всеми улетел при этом. Всем карманную. Здесь третью бас только заказано, поэтому это только дистанс майнинг сейчас будет и все. Тут еще оверов касс хашатает. Тут роучи сейчас объяснят, что не надо на халяву шатать оверов. Минус циклон. Но это так, потеря. Здесь уже ударная сила основная. Вот это пехота. Танки по 2 штучки строятся, 2 факты работы. Третья цеха у касса качаться начинает. Лимита больше всего, больше. Четвертая цеха. То есть можно делать выход и планетарку здесь ставить и все. Так, все еще касс летает, шатает, уже 2 циклона осталось. Отменяет хату, но успел Бассет нажать escape. Здесь спорка подыхает, без скрипа надо ее выкопать. Забывает эти зерги очень часто делать. Ну как-то роучи копит Бассет, то есть у него шанс... А, это роучи реводжера Беллинги, ничего себе. Ну тут, кстати, грейды, одна броня у зерга, у касса 2-2 сейчас будет. Ну тут практически все ясно в этой игре, хотя бывает зачастую, что практически все ясно, говоришь, как бы потом как бы наоборот происходит из-за ошибок игроков. И обвиняют обвинение сразу Мады, что я не эксперт херовый, как бы, да. Можно, конечно, говорить, я вообще не знаю, что здесь произойдет. Ни у кого преимущества нет, хотя там уже 10 секунд до выхода из игры. Тогда точно не ошибешься, короче.
Так, 162-188 идет вперед. Бассет. Сейчас покатухи будут и будет атака, походу. Так, здесь три Марика дропнулись. Три медивака Мариков дропнулись. Уже третью атаку заказываю. Прям идеально вообще. Так, полетел дроп. Слушайте, а Бассет вообще ушел с теми юнитами. Он вообще не дома сидит. Так, что Кас делает вообще? А, он не знает, что Бассет-то не дома. Кас тут по центру ходит, разведывает. Разведку боем проводит. Все, щиты готовы уже. Марики в тылу тут бегают. Сейчас Кас загрузится и улетит просто. А Бассет что, в атаку собрался пойти? Ё-моё, да тут Каса достаточно в любом направлении, чтобы все здесь убить зергу. Тем более с такими провальными грейдами бассетовскими. Так, пошла атака, стимится Кас. Какой дэмэдж вообще ничего не доходит. Просто идеальная для Каса позиция получилась. ГГ, Бассет пишет. Потери 3900 на 10600 в этой игре. Это жесть какая-то была. Сейчас. 1-0 Кас. Ну, пока что Бассет что-то не очень к Касу готов. Может быть, у него был план Нидус и потом тепленьким Каса взять. Но что-то план уже пошел под откос. Я бы сказал, сейчас я перезвоню быстро человеку, ребят. Поддерживайте Starline, поддерживайте мой канал. 50% призовой турика идет. Это важно, это нужно. Сейчас, короче, ребятки. Так, все, к вам я вернулся, ребят, и жду следующую игру. Так, оп, Антмурм так элегантно до 18 27 рублей накинул. Красавчик. Так, пилю рекламку. А тем временем, короче, уже идет загрузка второй карты под названием Blackpink она. Так, ну что же, поехали. Кас против Бассета у нас, собственно говоря, играет, ребята. Вторая карта, 1-0 он ведет. И посмотрите, какой билд Кас выбирает.
1-0 ведет. И вот, смотрите, вот первую взял. Если бы Баса взял первую, то он бы такими билдами раскованными всякими, наверное, играл. Каста цеху первую играет вообще. Так, ну что, на части Басов красный, Кас синий на 7, у Каса ЦЦХ первая, редко сейчас это билд увидишь, но бывает играют, вот. Ну и пока что не понимает Бассет, какой Кас билд делает. А Касу-то и пофиг, он в разведку даже не идет. Овер улетает, ныкается. Рипер готов. Реактор на бараке факта. Ну, понимаете, что гелики будут. Выкидывает Кас мулов на мейн сейчас для надежности. Потому что вдруг сейчас сюда собаки прибегут. Я давно еще говорил, что первого мула... Вообще... КЦЦХ доделывается, вторая только снизу. Лучше мула кинуть на мейн. Почему? На жирный минерал. Потому что если сейчас если какое-то забегание будет, ты просто теряешь щенка муловский сразу же и все. Третья ЦЦХ у Каса, старпорт. Халявит неплохо очень Кас. Заходит Бас, депок что закрой. Закрывает мишань депуху. Кстати, не достает вижен до ЦЦХи. То есть собаки не заметили. Так, ну 33-33 по рабочим. Что-то кто-то рипер прилетел, что он там наубивал. А, две собаки, Кас убил. А, точно, они же на мейн забегали. Две за... Вот это ошибки, короче говоря, от Бассета. Просто вы видели, рипер на одном хп улетел. Бассет что-то на какие-то кнопки жмет, непонятно на какие. И просто собаками убежал. В итоге великолепный зал, смотрите, в линию. Сколько собак погорело? 4 штуки. 2 было. И еще 4 уничтожил Кас. А от Баса... Опа! От Баса это второй щизок подъехал, по-моему. Это до заказ роучи сейчас будет. Один из роучи. Это роучи Рева Жиролинга Пуш, очевидный, да, как бы. Нужно обязательно собачками гелионов держать на дистанции, чтобы они не ворвались сюда. И не заметил бы Кас, что экономика просто отсутствует у Баса-то. Но Кас играет в баншу инвизную и две факты у него. Ой, две банши будет. Сейчас, короче, Кас еще баншами вперед вылетит. И где-то здесь по пути встретит роучи реважеров этих, то это ГГ Баса-то будет. Баса строит спорки. Обходит через низ сейчас. Но, чтобы вот эту хрень законтрить, надо взять королев и баншу и гонять. Но... С другой стороны, банши... Так, что-то Бас странно вперед идет. С другой стороны, банши могут просто в инвиз уйти. Лейера-то нет. Что-то Бас там по центру бегает. Банши полетели криво. Вот если удастся сейчас наломиться так, что банши отсутствовать будут за месяц, это шанс для Баста. Единственный, как мне кажется, шанс это для Баста. Кас видит все, банши возвращаются. Депохи закрыты, роучи, рево, жирогелик подгоняет. Да депоху пробей ты, ё-моё, куда ты пошел-то? Депоху Басу что-то долго пробил. Я что-то не понял, а что мешало этих реважеров сделать перед боем? Тогда бы сейчас сразу зафаерболил депохи, моментально бы сюда обзашел и моментально бы пробил. 4 циклона, невероятный урон наносит.
Банши реведжеров убивает, 16 рабочих кослил, Баса тулынит до конца, я так понимаю, и сливается. Рабочих нет, ни хрена нет. Зачем? Вот я не понимаю логики, честно говоря. Ну, Бас это молодой игрок, это нервы вполне возможно. Но я не понимаю все равно логики. Две банши ты видишь, ну какое продолжение у Лына? Там у тебя нечем, тебя воздух будет сбить, все. А он строит... Ну, кстати, собаки, смотрите. Может, идея в циклонов ворваться сейчас имеет смысл? Ну, надо так врываться, чтобы окружить было. Собак недостаточно для этих действий. Короче, косызи здесь отбивается. По-моему. Уходит назад. Здесь банши летят шатать королев. Лейера нет. То есть Вижена тоже не будет. Вот там роучи поперли. Куда роучи поперли? АХЗ. И зачем Каз за ними летит? Зачем с двумя роучами летать? Можно экономику захарастить. А у тебя здесь 6 циклонов стоит. И банша еще одна. И АХЗ. Может, Каз думает, там где-то юниты обходят. Привет, Рэмс. Привет всем. Вечер всем добрый, ребят, но вполне возможно, что это последняя игра будет, если Бас от ее сольет, соответственно. Вот, я ничего, конечно же, больше сегодня стримить не буду, потому что я и днем стримил, и сейчас я стримлю, и вчера я 15 часов стримил, и до этого 6 дней по 12-13 часов, 5 точнее, всего 6 веск суммарно шел. Вот, короче, тяжковато было, я вам скажу, зато привык уже, что надо стримить. Зато на турнир призовой собрали, короче, все норм. Все правильно сделал, короче. Хвалить себя не буду. Что типа молодец там и т.д. А вы помните, что поддержка моего канала — это поддержка Лана в Москве. И помните, что Starline тоже неплохо поддержать игроков, призовой увеличить здесь. Пока он 18 тысяч рес составляет, может быть больше. Он, благодаря вам. Так, Кас уже вперед выдвигается. 121.85. Да нет, здесь все понятно. Слушайте, Бас отыграл очень слабенько, я вам должен сказать. Я не знаю, почему он так. Он боялся в макро с Касом играть, мандражировал, что ли, я не знаю, короче. В чем там прикол? Банши шатают, здесь летают. Так, здесь всех собак отбивает Кас легко. Банши шатают сбоку. К четвертой тут гелищи, циклоны пришли. Бас что-то туда-сюда бегает. Роучи вообще нет, бейлинга-линги одни. Здесь все Кас на изичках отбил. Здесь пошел финальный замес под минус броней. Королевы фарш превращается просто как же циклон. ГГ, ребятки. Потери 2800 на 7600. Вот. Короче, ребят. Что я могу сказать? Группа С закончена. Завтра будет группа D в 19.00. Также приходите, не пожалеете. Аверс неразим, лайтвейт Элизандра будет играть. Лайтвейт. Короче, три протоса тиран. И ко все 4 дня подряд будут 19.00 группы идти. В группе С прошли два тирана, это Браток и Кас. Что могу сказать по этому поводу? Какие могут быть комментарии? В бой идут одни старики. Других здесь и не может быть комментариев, ребята. В общем, завтра, ребят, 13.00, наверное, начну стрим. Ну, в 14 точно начну. 13.00 первый старик будет. Мы, возможно, часть первого старика посмотрим. Потом Алима Лигу. А потом 19.00 Starline будет, соответственно, группа D. Вот, приходите, обязательно не пожалеете. Вот, всем, кто в записи будет смотреть, респект, короче, ребят. Поддержите меня, мой канал. Обязательно, потому что это Турик поддержит, и вообще и меня тоже поддержит. Короче, всем респект. Помимо уже на 1333 рубля
призовой выше 30-шечки поднялся за сегодня, это круто. Вот, не буду я возвращаться без задержки, я уже всю инфу сказал про завтрашнюю дню основную, завтра жду. Все, ребятки, запись будет на ютубе, завтра выложу ВКонтакт, там, как обработается. Ну, вы можете на Гудгейме найти раньше, она, наверное, ночью обработается, кому это интересно. Такие дела, все, погнал я. Спасибо всем за внимание, увидимся.